9 наград различного достоинства уже достояние команды Дагестана на старте зимнего кубка и чемпионата России по стрельбе из лука. Соревнования проходят в городе Орел. В активе лучников нашей республики пока одна золотая медаль, 4 серебряные и 4 бронзовые. Обладателем почетного трофея стал Махмуд Бекмирзаев. В шаге от высшей ступени пьедестала почета остались Шахмир Гибедов среди спортсменов с повреждением опорно-двигательного аппарата Барият Мирзаалиева и Алил Алилов. Напомним, что различные всероссийские и международные соревнования в Орле продлятся до 12 февраля.